И снова всем здравствуйте. Прикатил я в один из населенных пунктов города. И у меня задача набрать боярки, попробовать набрать. Нахожусь я в таком месте. Покажу. Вот такое вот место здесь. Но мне надо туда далеко еще идти. А справа от меня вот такая речушка бежит, протекает так, ручеек небольшой здесь. Я не знаю, сколько до того края метров, но километр, наверное, метров 700, не знаю. Но она широкая здесь, такая речушка бежит здесь. Тут бежит, там бежит, она тут кругом бежит, но только с правой стороны. Люди встретились, грибы тащат, грузди. Видать, еще не все выдрали. Ну, а я пойду дальше. Если что, будет интересно. О, кума, здорово. Че разоралась-то? Господи, потревожили. Ладно, пойду я на дорогу. Ну, вот он, куст боярки. Ни одной ягодки. Вообще по нулям. Пойду туда, где много таких кустов. А это все где-то там. Ну вот, район-то у нас здесь обжитой. Бараны выгуливаются. Карасаны ходят. О, да их тут целая, блядь, отара. Перебежали они через этот электрический пасту здесь. Электропастух. А самого пастуха не видать. А надо бы. Ладно, пойдем дальше. В этом году даже вот эта вот лужа в этой ложбине не высохла. Вот дождики дали нам жару. Здесь всегда я сколько раз ходил, тут журавль выгуливался. Этот раз я туда не пойду, потому что через забор ползти туда нахер. Он хоть не так сильно бьет, но неприятно. Ну вот и моя боярочка попалась мне. Вот такой кустик мне нравится уже. Сейчас я ее буду начинать доить. Все, попер. Сибирский хлопок попер. Это чертополох. Овесол. Вот, пожалуйста, себе надо давить с него. Кого болят кишки-то, а там уже нету. Ух ты, колючий. Ой, колючий. Надо было раньше, но все равно ништяк какой, рясный. И вот я набрал баночку свою, такую вот из-под очаковского пива. Ну, тут немного. Но все равно кустик подоил. Задел есть. Посмотрим, что дальше будет. Нам еще идти, идти. Ну, вот еще кустик вижу. Вот он. Пойду к нему. А там кто такие в белом? С ведрами ходят. Грибочки, наверное, ищут. Трава уже ложится, начинает помаленьку. А прикиньте, как мы в этой травище ягоду искали. Клубнику. Где-то здесь недалеко мы шлялись. Только дальше туда, левее. Так, сейчас мы посмотрим. Вот тут вообще боярочка ядреная. Не зря я сюда загулял. О, какая! О, какая красивая. Она прям обалденная. О, гроздья какие у нее. Хорошие. Вот такие примерно. Такие, такие. И вверху. Ну все. Я раздеваюсь здесь, снимаю рюкзачок, пью кваску и начинаю сбор этого урожая. Ну, пожалуйста. Я уже ее трескаю. Там кто-то ползает по ней.
маленький какой-то зверек, насекомый. Фу. Я его сейчас съем вместе. Фу. Совсем на свете. Вот такая вкусная боярка. Прям вкусная. Ну все, некогда мне. Вот они, ягодки. Вот они, ягодки. Все, я их насобирал много. А говорят, боярки нет. Оказывается, есть. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, на этом, наверное, все. А нет, сейчас еще покажу, сколько насобирал. Итого, в моем рузычке вот баночка. Вот баночка, вон там маленькая баночка, тут большая баночка, и тут еще одна баночка. Раз, два, три, четыре, пять баночек. Ну, здесь литров 6 стопроцентных будет. У меня еще квасок, я сейчас кваску бахну и пойду искать автобус. Нет, сначала на речку пойду. Помоюсь там, обмоюсь и двину до хаты. Мне туда. Ну все, всем пока, всем здоровья. Вот такую вот ягодку я здесь собрал. Еще осталось вот этот кустик весь. Вот с этого куста я 5 литров собрал стопроцентных. Ну и еще с маленького кустика там баночку маленькую. Баночки у меня легкие, хорошие. Все хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. YouTube замедляется у нас с каждым разом. Через VPN работает. По ссылкам переходите на Рутуб, на Дзен. Также смотрите, если хотите. Я в Одноклассниках, есть ВКонтакте и в Телеге. Всем пока. Вот тут мне по пути еще яблочки попались. Вот такие красивые. Ну их только так на пробу. Угу. Кисленькие. Жажду утолять ништяк. Вот дичка. Тут вообще как картечь. А здесь как пули. Эти поменьше. Красивые яблочки. Фу. Они вкусные будут, когда их мороз жахнет. О. Отсюда вижу на берегу. Походу чушки отдыхали. Бардак. С собой не убрали твари. Как их еще назвать? Ну что, вот тут я и сполоснусь и пойду дальше. Стоять, Казбек. Не падать. Вода большая. Сколько? Дня 3 дождей нету. 2. О, рыбка плещется. Какая большая. Это еще не сильно большая, это такая средняя. Или выше среднего. Там город. Несет меня течение сквозь запахи осенние. Вот так вот. Вон утки плавают. Или кто это? Или ондатра? Нет, утки. Вон под берегом бультыхаются. Ладно, все. Вон люди сплавляются на лодочке. Потихонечку.
рыбачит, наверное. Где-то без 10-2 здесь был. Кто-то колеса потерял. Ну и вот сейчас время без 15-5 где-то. Ниточки подойду еще. Ну тут когда жара была, люди, наверное, отдыхали. Все изъезжено. Вода вон под самый берег. Под самый бережочек вода. Вон там дальше сады видно. Поселок большой. Ну все. Домой, домой, домой. Вон они на мне сидят, сколько много добра. Ну ладно, буду терпеть. До остановку приду, там буду обираться. А то подойду, а автобус мне хвост покажет. Да, в принципе, я второй дождусь. Мне без разницы. Но все равно. Быстрее буду дома. Быстрее все сделаю. Высушу ее. Отопление дали. Хорошо. В батарее натолкаю ее. Ягодки этой боярышника. И она у меня там, эта ягодка, высохнет быстро. Пора пей. Ты что, подраненный, что ли? Сбежал. Ладно, хорош трещать. Вот результат. Вот такой тазик у меня получился. Ягодки хорошенькой. Буду сейчас ее сушить.